Короче, братва, объявление хотел. Пока мы тут сидим все в сборе, кто еще не знает, теперь на сервере Holiday организована Фома де Вилоши. За регистрацию на мой ник 250к плюс 300к на 6 левеле. Завод промо 500к плюс 150к системно, уже скоро будет 200, потому что будем прокачивать. Потом, братва, про Фому. Только за вступление в Фому вы получаете 250к, и дальше существует система рангов от 1 до 8. Чтобы повыситься на один ранг, нужно выполнить 3 квеста. Ну что, братва, всем привет, как обычно, де Вилоши шоу. На связи я, Джаниша де Вилоши, всех рад видеть, всем привет. Трада 369, погнали. Погнали, скин свата, давай. Тебя подселить в квартиру с квестами, а чё, бро, за хата? Цена, давайте, 25 лямов, спасибо. 15 человек, наверное, персик. 15 человек у нас участвуют в розыгрыше, 14 человек на стриме. 3, 2, 1, готовы? Я нажимаю кнопку Roll It и... просто на легку залетел Данек драк и просто забрал лям баксов. Компенсации не было, ну понятно, значит заскамили. админы. Разработчики. Опа, донатик залетает, давайте почитаем. Ты лучше, залетает 20 рублей. Братишка, спасибо большое за 20 рублей. Так, Максим, два Максима у нас сегодня. Тагир, Кошак, Владик. Так, донат. Подождите, братва, стоит отвлечься. Донатик залетает от Тагира де Вилошекса. Я рад, что подписан. Каждый день на твоих стримах ты лучший. Тагир, спасибо, мне тоже очень приятно, что ты каждый день на моих стримах. Все, братва, давайте, 3 секунды. Раз, два, три. Лимбо, братишка, лимбо, поздравляю, ты выиграл 1,5 ляма. Им залететь на Payday, где премия, здесь в мэрии бунт, походу, смотрите, губернатора прессуют, вот он стоит, губер, ему чисто этот, премию давай, говорит, губернатору говорит, премию давай, поддерживаю, блин, где премия, труд должен оплачиваться, ну посмотрите на него, он по-любому работяга, блин, работал весь день здесь, охранял мэрию, его ставили без зарплаты. Давайте роллим, 3 секунды, 3, 2, 1, ролл, хайповый кошак, бро, поздравляю, ты выигрываешь 2 ляма, ну уже там Арсений Предатор поет песню, братва, еле попал, ой-ой-ой, донатик у нас залетает, удачи, бро, извини, что мало, брателла, спасибо большое, очень приятно. От души, реально. Обнял, поднял, приподнял, покружил, поставил. Все, Янки выполнил все условия, молодец. Считаю до 10 и запускаем. 10, 9, 8, 7, братва, уже 6. Быстро. 5, 4, 3, 2, 1. Все, я нажимаю кнопку, 2,5 ляма у нас достаются. Парарарарарара, папам, Илюха просто забирает 2,5 ляма. Первый вопрос. В каких единицах измерения измеряют силу ветра, братва? В каких единицах измеряют силу ветра? МС. Нет, неправильно. В смысле проиграл? Я вообще все проиграл. Я из-за тебя, гада, с Аризоны чуть не ушел. Я сам не знаю. Нет, братва, ответа еще правильного нету. Метров в секунду. Вы, наверное, неправильно задал вопрос. Блин, почему-то я падаю. Знаю, в баллах есть, барабашка. Да, силу ветра измеряют в баллах. Следующий вопрос. Какая наука изучает представителей фауны? Зоология, да, Антон, зоология, правильно, со второго раза. Следующий вопрос, тоже из сказок. Что было главным ингредиентом в каше хитрого солдата? Кто читал эту сказку, должен сходу ответить. Что было главным ингредиентом в каше хитрого солдата? Бистро. Что? Алина там кричит, правильный ответ, да, топор. Антон, правильно, молодец. Данек пишет сапог. Ну почти, Данек. Давайте Антону еще плюс 250. Идем дальше. Что было главным транспортом Емели в сказке «По щучьему велению»? Братва, гонял Емеля у нас на печке. Первый отвечает на этот вопрос Антон. На Мерси. Кстати, сколько людей написало, чтобы стать замом Фомы? Бро, один. Один человек написал. Пацаны, напомню, что нам сейчас Фому нужен зам. Если кто-то, у кого-то есть желание попринимать людей, пополучать за это деньги, пишите мне в ВК или в ДС. Переходим к биологии. Где растут желуди? Вопросик. Где растут желуди?
В смысле, Антон? А, дуб! Все, нифига, я что-то не досмотрел. Да, Антон был первым, сорян. Тогда Антон еще плюс 250. Мы погнали на собирателей. Купить билет и войти. Погнали. Надо, кстати, купить улучшение для Фомы, чтобы сюда можно было заходить бесплатно. Блин, а тут людей много что-то. Ну ладно, ничего страшного. Погнали. Оп, раз, яичко собрали. 20 лет. А потом можно поехать, сейчас поедем. Да, я знаю, где это. Алина Привентус, здорово. Ребята, не знаю, куда мы едем, надеюсь, машина останется в целости и сохранности, но... Да. Ой-ой, не хотела никого сбивать. Вернулся Данек, но мы уже закругляемся. Спасибо, братва, всем, кто был сегодня на стриме. Сегодня у нас рекорд по лайкам, 52 лайка. Жду вас завтра. Завтра также запустимся, проведем стримчик, разыграем денег. Я свяжусь с победителями, кто играет на 23-м сервере через пару часов, либо уже завтра. Всем спасибо, на сегодня все, всем пока.